Общение с домашними животными – полезный опыт, как для взрослых, так и для детей. Питомцы учат терпению, пониманию и состраданию. Детям не всегда важно, кто он, питомец – хомячок, собака, кошка, рыбки или кто-то другой. Им важно то, что они могут о ком-то позаботиться. Если у вас дома есть домашнее животное, то ребенок наверняка часто контактирует с ним. Поэтому приучайте его ухаживать за любимцем. Например, если это собака, рассказывайте ребенку, как часто и каким кормом нужно кормить ее, насколько важно для нее наличие чистой воды в плошке. Научите ребенка аккуратно вычесывать питомцу шерсть, протирать ему лапки после прогулки. Показывайте на своем примере, как правильно гладить собаку, чтобы ей не было неприятно. Маленьким детям обязательно объясните, что не нужно пытаться поднять собаку или хватать ее за ошейник, потому что это может ей не понравиться.